Он пришел. Офигеть, у меня аж мурашки, ребята, пошли. Коробка. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. А также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Ребят, просто офигенная музыка. Тут у нас вышла новая модификация про Rainbow Friends. И встречает нас тут Blue. В общем, давайте начинать. Play. Обязательно возьми какую-нибудь вкусняшку. Так, ну и начинаем. Story мод, да, дружище? Вау, как это выглядит круто. Конечно же, на харде. Так, вперед. Так. Подружка, где ты? А у нас катсценка. А, нифига себе. Бойфренд, герлфренд. Офигеть, они типа в игре сейчас, Роблокс. Блин, это очень круто. Дай угадаю. Его найдут. Его найдут. Блин, помехи еще на заднем плане вообще клево звучат. Атмосферненько. Он пришел. Офигеть, у меня аж мурашки, ребята, пошли. Коробка. Офигеть. Бойфренд спрятался в коробку. Хорош. Грин! Боже, и фиолетовый, и оранжевый, и фиолетовый, наверное, тоже тут будет. Блин, я просто не вижу, там вентиляция вроде как раз есть, ну-ка. Вон он, ребята! Боже, там еще этот профессор, я фиг знает. Thank you.
Блин, это прям до мурашек, ребят. Очень качественно сделано. Даже посмотри на его слюну, как она стекает с его морды. Ты погляди, пинь-пинь, туда-сюда. Ну, как сказать, стекает, но она... Ну, не совсем стекает, ладно. Не капает что-то, но туда-сюда, туда-сюда, бинь-бинь. Офигеть. Офигеть, это очень круто, ребята. Это просто офигенно. Так, давай-ка зайдем во фриплей. А тут у нас есть, конечно, хард. Конечно, дружище. Погнали. Погнали посмотреть. И, кстати, нужно на самом деле, я думаю, посмотреть нам проигрыш. Что получится. Так, погоди, это же старая песня? О. Офигеть, это старая песня, но, блин... Не, с таким блю будет прикольно. А погоди, а как же там будут появляться? Господи! Жесть! Слушай, они даже анимацию проигрыша проработали. Блин, вот за это просто респект. Потому что, я не знаю, последнее время мы играем в модификации, и там что-то вот как-то они... Ну так. Не, ну не топ-мод, да? Хорошо идет, хорошо. Блин, ну бойфренд меня вообще прикалывает. Из коробочки так подглядывает. Невзначай. Так, а вот мне интересно, что сейчас произойдет. По идее, грин же должен быть. Я так понял, тут блю всю песню будет петь. Прикольно, что он нас вообще не трогает. Хорош. Но он прям отдувается за всех. Опа, офигеть, смотри, план меняется. Вот это круто они сделали.
Ой-ой-ой, колбасит-то как не по-детски. Хорош! Блин, еще бы концовочку бы запилили какую-нибудь. Ну, слушай, эта модификация прям очень-очень годная. Надеюсь, тебе зашла. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой братишка. И обязательно залетай в Телеграм.